домике у девчонки Маисика маленькое событие. Видите, полиняшечка? То есть малышка полиняла, сбросила свою шкурочку отличным чулочком, цельным, монолитным. Сейчас покажу поближе. Вот так это выглядит. Потом попозже покажу под микроскопом, рассмотрим вместе. Вот малявочка полиняла. Вот. Тут даже лицо, если присмотреться, осталось. Ну, это под микроскопом потом рассмотрим. А сама малышка, наверное, в влажной камере. Сейчас я аккуратненько глянем. Ку-ку! Солнце, ты где? Ку-ку! Ку-ку! Вот она я, скажите. Вот она я. Обновленная версия. Еще красивее, чем была, скажу. Вот. Красотка. Давайте я поближе покажу, а потом влажный сделаем сильнее субстракт тебе. Давай? Давай. Без штатива, конечно, неудобно. Тут вся в этом субстрате. Короче, вот я добыла малышку поближе показать. Гляньте, какой интересный окрас. Вот она. Интересная девчонка. Вот такого цвета. Солнышко мое. Вот она. Полиняшечка моя. Я, говорит, переоделась, раз приехала на новое место. Надо срочно переодеваться. А то как так? Ух. Давай кружочки твои покажем поближе. Подожди. Вот такое солнышко. Красотка. Мне очень понравились ее вот эти кружочки. И ну, сейчас, блин, не видно. У нее хорошая полоса идет по боковой стеночке тела. То есть очень интересный окрас. Вот, вот тут четко видно. Вот. То есть очень красиво. Во взрослом виде это будет более контрастно. Пока маленькая, просто плохо видно. То есть красивый ребенок будет расти и радовать меня. Ну, пока мы еще будем приручаться. И вы сможете наблюдать за этим процессом. Это не быстро, это постепенно. Так что оставлю сейчас ребенка в покое и буду дальше заниматься делами. Так что вот мы первый раз полиняли на новом месте. Субстрат теперь везде валяется. Ну, это не страшно. В принципе, пусть дитё занимается. Беги. Красотка. Гляньте, какая розовенькая. Красопета. Ух!